Всех привет и правильному процессу, продолжаем проходить Рим Тутовар. У нас не слишком все хорошо происходит, в данный момент у нас не слишком много денег. И нас штурмует уже два города, но один сейчас мы армию отобьем. Сейчас я все, что у меня есть, отправлю ему. И у нас проблема, у нас в Риме началась чума. Во всех городах почти. Тут, здесь. Здесь нету, слава богу, повезло. Здесь нету, слава богу, повезло. Так, отсюда мы еще армию отправим сюда же. Нанять мы никого не можем. Все. Идем сюда, через два хода будем уже штурмовать этот... солдат. Здесь мы обосрались, который автобоем сделал я. И надо было это делать на самом деле. Так. Гладиаторов мы объединяем здесь. Господин! Может, а это объединить нельзя. Значит, идешь сюда, и я буду охранять этот город своей всей силами. Так, ты у нас идешь сюда. Здесь более-менее пока нормально, но у нас минус по населенности. А как минус по населенности? У нас минус идет и по деньгам, потому что у нас налоги. И тут что-то вообще синий такой какой-то. Так, даже солдат. Никого нет. Давайте сюда отправим из Рима. О, 19 лет управления сюда. В следующем ходу будешь готов уже там. Или можно просто взять вот здесь распустить армию. Армия-то хорошая. Можно вот тут распустить. Раз, там сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук. Так, 2, 3, 4, 5, 6. Идешь сюда, все. Штурмовать мы не будем здесь. Да, я думаю, вряд ли получится. Так, тут тоже у нас смерть идет. Так, давайте тут объединим их всех. Император! Император! Господин! А тебя распустим. Все замечательно просто. То же самое объединим. Полководец! Полководец! Император! Император! А тебя распустим. Император! Блядь, и у нас здесь не очень все хорошо пошло. Ну ладно, ничего страшного. Здесь тоже красное. Ну все, больше нам тут делать нечего. Давайте пропускать ход. Блин, забыл секундомер спустить. Ну ладно, ничего страшного. Так. О, тут теряет города. Так, так, так. Здесь сейчас мы уже идем на помощь своему. Сообщение. Понятно, сколько тут осталось? 9 еще ходов. Форум построился. Объявление фракции. Поражен ужасной чумой. Ёб ты мать, он чуть с ними сдох. А сколько ему лет было? Самые развитые фракции мы. Ну вот и наши эти... затронутые персонажи. 14 тысяч смерти у нас, солдат убито 77. Это все персонажи у нас в данный момент с этой болезнью. У нас могут сейчас покосить персонажей. Давай тут... тебя построим. Так, тут у нас что? Мы можем нанять. Да, мы можем нанять, но здесь я не буду тратить на это внимание. Здесь можно вот здесь нанять. Идешь сюда. Здесь тоже минус. Я забыл, что минус тут пошел, потому что здесь ежегодные, ежемесячные, еженедельный. Вот так вот. Он был болезнью имел. Из-за этого у нас такая ситуация. Ты тоже болеешь? Да, ты тоже болеешь. Персонаж переносчик чумы. Очумей просто. Здесь пока мы сделать ничего не можем. Но мы придем на помощь, скорее всего. Я надеюсь на это. Здесь город тоже может быть уже уничтожен. Постепенно будет
Ну, мы сюда перемещаемся. Я смогу? Да, я смогу в город засесть. Это замечательно. Просто ты идешь у нас обратно сюда. Здесь мы строительством занимаемся, но не таким. Так, давайте я. Господа, идешь убивать его. Качать будешь убийцу. От тебя могу убить двоих. Давай попробуем тебе 14%. Это очень мало. Ну что, погнали, господа. Зажмем его нафиг, господа. Зажмем эту армию. Там 2 члена семьи, которые можно просто уничтожить. Мужчины! Нас ждет серьезное испытание! Простите за личные, можно сказать, звуки. Так, все, спасибо вам большое. Начинаем в атаку. Так, раз, два. Все, это лучники единственные, да? Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Двойка. Все-таки я пропустил одного. Тройка. Все, замечательно, господа. Что делаем мы сначала? Мы отправляем лучников. Потом идет конница. Пока идут лучники. Я что-то сам не понимаю, как они это делают. Ну ладно, ничего страшного. Собачки. Так, что у нас здесь по бокам? Это конница по-любому здесь. Ты у нас кто? Тяжелая пехота. Ну, мы прям сразу начнем в атаку быть. У них катапульта есть. А, нет, баллисты. У них на самом деле ничего такого легкого нету. Ну, ладно. Лучники уже идут в атаку. Это просто замечательно. Погнали. Конница пока ничего не делайте. Идем сюда. А не, он решил в атаку пойти. Давайте в атаку отправим, господа. Лучники, стреляем. Это, если не ошибаюсь, это генерал. Вражеский полководец бежит. Усиливайте давление, чтобы сломить мужество всей армии. Конница в атаку. Помощь. Лучники, бегите. Воины в атаку. Полководец, помоги лучникам. Это тоже римская генерал в доспехах. Тоже трусит. Лучники в атаку. Бля, вы что творите-то, блядь, а? Не, вы бегите за ними, бегите. Лучники, стреляем. Это фигня. Так, собачки. Сюда, в атаку. Так, замечательно. Идем сюда тебе в атаку. А где? Откуда ты тут взялся-то вообще? Генерал, обратно. Вообще сюда, бегом. Вы в атаку. А давай сюда в атаку пойдем. Блядь, это, блядь, куда ты бежишь-то в атаку-то, блядь, а? Уходим, быстро.
все, завершить битву, заебись нафиг. Человек мы убили их. Ну там они по-любому живут еще остались. Там два генерала, которых мы не убили, на самом деле они просто сбежали. Я говорю, они просто сбежали. Вот такая у нас история. Так, куда я дальше могу? Сюда пойти. Но пока у меня не хватает энергии для этого. Убийство у нас не получается. Денег у нас давно уже нету. Отбиваем вот этот город. В следующем ходу уже получается. Тут у нас очень все плохо. Очень все плохо. Тут у нас погибает один. Но древо пока у нас большое. И тут волноваться нечего. 45 лет, тем более у нас. Иди фракция. Вот он. 71 год. Нифига себе. А где 45? Ты дольше можешь будешь. Значит, могу любого поставить. А вот где-то есть. Я вот этот сын есть. Вот этот сын и вот этот сын есть. Понятное дело, здесь у нас... Тут ветка у нас уже все. Здесь у нас 44. Ну, пока еще есть шанс у них. Нет, тут уже не мое дело. Пускай сам компьютер что хочу и делаю. Тут уже тоже ветка уже. Скоро будет сломан. Но здесь шансы есть, только по женской линии пойдет. Да, такие у нас истории. Ну ладно, ничего страшного. Что у нас дальше? Дальше мы пропускаем код. Так, это где у нас вообще находится? А, здесь, да? Окей, я согласен с тобой посражаться. Наконец он решил от... Давайте помолимся богам о победе. А потом вооружимся до зубов на случай, если боги не услышат. Не стоит бояться наших сегодняшних врагов. Круты лишь римляне, они люди, не боги. Их можно убить. Похоже, они готовы отдать свои жизни ради этого штурма. Что ж, простая вежливость требует, чтобы мы поскорее отправили их в загробный мир. Ни на чьей стороне нет численного превосходства. Значит, единственный способ победить сегодня – это проявить большую храбрость и искуснее сражаться. А пока что скажу. Дух наш крепок. Мы – великие войны. Уже много раз мне приходилось сталкиваться с этими людьми. И не сомневаюсь, что сейчас они уже молят о милосердии своих ложных богов. От меня им милосердия не дождаться. Вот это речь он сказал, а? Мы зарезали зайца, и печень его была ясна, как день. Такого рода предзнаменования могут предвещать только победу. И первый, кто доберется до врага, получит кувшин моего лучшего вина. Все, господа, послушали. Так, что хотел. Здесь по-любому это фигня будет, я так и думал. Я не хочу заморачиваться. Терять никакого воина на данный момент. Пускай идут наверх, пускай остаются наверху. Так, лучники. Я рискну вами. Здесь, но я думаю... Ты тоже лучник? Я тоже лучник. Ну давай сюда я поставлю тебя, попробуем. Вот вы прям здесь вот поместитесь. Так, кто у нас? Здесь сюда. Вниз, да? Больше на стенах никого нету, да? Так, лучник здесь. Лучник здесь. Лучник здесь. А у нас сколько?
Раз, два, три. Три лучника. Ну ладно, пока думаю, три лучника. Бля, у нас 27 здесь. Ну что, господа, стреляем по ним, но они эти будут, я тебе говорю, атаковать наших лучников, и мы себя слишком много потеряем. Пих. Да, лучников ничего не осталось. О, это сгорело. Вообще зашибись. А вот это нет, нифига. Замечательно просто. Супер. Вот это класс. Вот это, господа, класс. Лезьте на башню. Вражеские башни достигли стен. Молитесь богам, чтобы римская храбрость помогла нам одержать победу. Ну что, они тебе идут копать, да? О, они по всему, что ли, копать будут. Да, а, нет, здесь еще таран, да, идет? Тут еще таран идет. А тут идут сюда. Вот они уже. Не, они просто стали здесь. Не, все-таки пошли копаться. Ну ладно, ждем, что можно сказать, ждем, еще раз ждем это. У них, если они прорвутся в город, они очень много потеряют воинов, это по-любому. Как ни крути. Кто у нас посередине еще стоит? Собачки медиаторы. Давайте сюда, пожалуйста. А медиатор вообще сюда, давайте сюда. Просто так, пускай стоят они там. Мы ждем, какой-нибудь из этих стен сломается. Скорпионы! И все. Здесь они уже ворвались к нам. Полагаю, напасть на них. Бегом. У них тут необычные войны. А у нас тут обычные. Не, есть необычные. Не, пускай атакуем их, атакуем. Они на лучников пойдем, а мы тоже тут выйдем, блядь. Это могут вступить на самом деле наши войны. Где они будут, интересно. Бедные наши лучники. Уходим сюда, а не могут уйти. Только по одному. Уходим. А вот и наши ворвались, блядь. Наши ворвались. С двух сторон. Замечательно, господа. Атакуем их полностью. Когорта легионера. Скорпионы. У них тут армия идет, блядь, стена слишком огромная здесь. Ну, конечно, город построен пошли. О, это супер просто. Вот это войны сильные, на самом деле. Все, сгорели. Увы, ничего у вас не получится здесь. Гладиаторы, идете сюда. Блядь, эти уже струсили. Уходят. Давайте, господа, убьем их всех нафиг. Не знаю, стены ломают уже, все полностью у нас здесь. Но здесь мы побеждаем. Давайте, господа, побеждайте их.
Да, мы ждем, ждем развал. Толпа была. А вот он и идет. Хорошо, не касается далеко. Здесь надо подвинуть их. И вон, пожалуйста. На всякий случай. Враги невероятно хитры. Да-да-да, не говорите. Вообще беспредел какой-то творится. Они как люди. И сделали подкоп под наши стены. Тут бегут. Ну чё, давайте, кто-нибудь выходите сюда. Ё-моё, чё вы там встали-то? Генерал доспех, блядь. Стен дохуя поломали, а некому идти, да? Хотя тут ещё сломают. Дайте, где там идут-то? Вот они бегут. Чумить просто. Стены дофига на дыр кухли. Наделали, а смысла никакого. Враги сделали подкоп под них. Этот скоро докопается. Здесь уже выходят люди. Скоро будут в атаку идти. Так. Ты тоже иди сюда. А ты идешь сюда вот так вот в данный момент. Вон, тут радиаторы есть на всякий случай. А там посмотрим, что у нас дальше будет. Почти вылезли, тут уже охрана стоит у нас. Не, оставайтесь здесь. Стоять здесь. Господа, атакуем. Уничтожаем всех. Все, испугайтесь, это замечательно просто. Вот они, господа. Вот они, господа. В атаку. Это вспомогательные. Это не страшно. Как и здесь. Вот тут у нас такие войны есть. Офигенные просто. Вот уже сбоялись некоторые. Так, гладиаторы. В атаку. Собачки в атаку. Я тут, блин, убивал уже. Не, им этот город не захватить. Это очень хуже. Город назад, город. Город, обратно в город, господа. Так, что у нас здесь вообще? Что творится у нас? Блять, опять стену сломают. Да просто так они нам пришли сюда стену ломать. Враги сделали подкоп под них. Две конницы, римский генерал. Римский генерал доспех, римский генерал доспех. Вот что, два генерала здесь, что ли, тоже? Спускайтесь, пожалуйста, сюда. Собачка сейчас раз уничтожит нафиг, а? Паника на нашей стороне. Ну чё, господа? В атаку на конницу.
кого-то... А, вы стреляете все подряд. Так, эти спустились, не спустились, я не знаю. А вот они спустились. Замечательно, вы тоже идете в атаку на конницу. Бля, хорошо бы на самом деле, но тут еще какой-то отряд ходит. Вот он, отряд. Господа, обратно надо... Ну, кто там у нас? Не особо страшные они. Можно отправить их наших генералов. Но они решили напасть всех, кого у нас... Я думаю, справится. Стреляйте, пожалуйста. Так, конница, бегом, быстро. Помогите, пожалуйста. И все, он бежал. Один генерал сдох. Слава великим богам! Вражеский полководец убит. Теперь ужас поселится в сердцах наших врагов. Все, завершить битву, все. Мы 700 человек их убили, это просто замечательно. Это просто замечательно. Просто супер. Опачки, и у нас тут битва начинается. Давайте тут сражаемся, сколько у нас по времени. Ну, более-менее у нас есть, они будут нас атаковать. Может быть, мы еще тут... Они еще тут без генерала, а без генерала битва быстрее происходит. И тут командир такой боевой дух не дает, как член семьи. Эти заносчивые риты, можно так сказать. Круты. Вот такое дела у нас, они такие у нас дела. Они считают себя ровней нам, нашими врагами. А я считаю их покойниками. Ну чё, господа, начинаем мы. Помогать имею лучники, лучники, лучники. Отряды, стройтесь. Делаем так вот. Чё они делают, я не знаю. Все, пока. Кавалерия, пока сюда вот так встаньте, пожалуйста. Лучники начинают стрелять, это замечательно просто. Ждем их атаку. А, вон это такие сильные, ничего не скажешь. У нас таких вообще нет, очень плохо. Да, вот это плохо, но зато конец у нас сильный. Один плюс у нас все-таки конница сильная. И генерал с нами. Шансы у нас равны с ними. Так, вот. Конница в атаку. Конница в атаку. Бля, бегом не можете, что ли, а? В атаку сюда. Вы сюда бегом, блять, а. Вражеский полководец убегает. Настоящие вожди вообще так себя не ведут. Но во время битвы в атаку. И вовсе невероятно. А, все-таки тяжелая. Уходим, уходим, уходим.
конница. Сюда на помощь. Смотри, вы можете бегать. О, сбоялись, заебись. Генерал, в атаку. Сжимаем их. Да, кто-то там все бегает-то у нас. Это не особо важно, но давайте сюда тоже за ними. Ну чё, погнали, кавалеристы, блядь. Уничтожаем все подряд. Все, господа. Они бегут. А по кому он стреляет? Аккорда! Уничтожите! Тяжелая сотница! Уничтожите! Кого сражаетесь, блядь? Написан крест, блядь. Разогретые, блядь. Че, может эту хуйню уничтожить, что ли? Нихуя себе, блядь. А вот это я не знал об этом, что это можно уничтожить. Вот это я в шоке просто. А, собаки еще и хуяют. Да, конница, в атаку. В атаку, конница. А, вот эти просто бегут вот из-за этого. Они просто бегут, они не в панике бегут, а им приказали бежать лучникам. Вот из-за этого такая ситуация у нас происходит. Все понятно, все ясно, все понятно теперь, где тут собаки копаются. Ну что, вот так у нас завершить битву. Это просто замечательно. Мы выдержали еще одну атаку. Там еще город надо спасать, эта армия теперь идет на этот город помогать. Ух, нифига тут армия, а, ну тут специальные у нас сражаются. Ну ладно, фиксим. Так, подходящему сейчас согласен с этим условием. И вот тут у нас появился, тут чума тоже появилась, давайте сюда тебя отправлять. Эта армия идет у нас сюда. Господин! Ох, блин, как не забыть, в общем, так, свадьба. Сообщение по поводу у нас объявление. Очень семьи. Падение ужасной чумой. Падение ужасной чумой. Это пиздец. Это просто пиздец. У нас еще два члена семьи погибло от чумы. Рим у нас просто уменьшается. Затруднение поселения. Затруднение поселения. Персонажа дофига. 17 тысяч теперь у нас погибло. Ёб ты мать, очень плохо. Это очень плохо. И у нас денег минус. Офигеть, вражеский бежит. Да, 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 да. У нас очень плохо. За чумой у нас могут покосить наши очень много. Сейчас прошлый у нас покосило, получается, одного. Сейчас двоих у нас. Члены семьи. Да, мы начали 782, но из них половина мужиков, получается. Где-то 40 полководцев в данный момент у нас из семьи. 40 полководцев. А сколько мы регионов имеем? Где-то так, да? Могли Пашу везде поставить. Ну ладно, посмотрим, что у нас дальше будет. 14 регионов. Это еще долго нам 14 регионов захватывать. Надо как-то из минуса уходить. На самом деле у нас минус огромный, это из чумы. И надо сражаться, надо получать какой-то город получать или что-нибудь такое делать. Или где-нибудь, если я буду уменьшать,
точнее, блин, свою армию, где-то у меня бунт начнется, и мы год потеряем. Но пока у нас не изменился наш правитель, это слава богу. Вот у нас будущий стоит, 46 лет. Ему 70. А ему по барабану. А ты где находишься, бля? А, ты здесь у нас находишься. Офигеть просто. У нас почти в осадном городе можешь находиться. Ну ладно, на этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии. Дорогие прохождения. Всем удачи вам и пока.